Картофель отварила и нарезаю мелким кубиком. Яйца тоже нарезаю мелко кубиком, можно, конечно, натереть и на крупной терке. В салат добавляю еще свежий огурчик и нарежу его тоже кубиком. Филе копченого лосося нарезаю тоже небольшими кубиками. Добавляю в салат майонез, немного соли и черный перчик. И перемешиваем. Если у вас нет формы, чтобы красиво выложить салат, то можно воспользоваться просто ножом и ложкой. Кладем нож с краю, выравниваем бортики. И получается такая красивая квадратная форма салата. Украшаю укропом. Из филе заворачиваю такие розочки и выкладываю сверху на салат. И добавлю еще к розочкам оливки. Скорее пробуем салат. Это просто идеальный салат на праздничный стол. Очень вкусно и совершенно просто делается. Давайте готовить вместе. Вкусно, быстро и просто. Прошу к столу и приятного вам аппетита!